Приветствую всех любителей, собирателей, коллекционеров 18 масштаба у себя на канале. Сегодня я хочу начать с белого листа, точнее с белой оболочки. Не так часто я показываю вам распаковку, но сегодня именно тот случай, когда стоит. Давайте начнем по порядку. Вот такая вот приехала посылка в такой упаковочке. И начнем ее распаковывать, смотреть, что у нас внутри. Вот, с белой у нас становится она красненькой. Как мы видим, здесь у нас 18 масштаб. Очень приятная на ощупь такая коробка. Такая очень приятная коробка. Особенно учитывая содержимое. Давайте по порядку посмотрим. Вы уже догадались, у нас компания BBR. 18 масштаб. А что у нас выпускает в красных коробках компания BBR? Ну, естественно, Ferrari. Очень прикольная процедура открытия. Все так интересно делается, открывается. Очень интересно упаковано. Впервые у меня на обзоре, впервые вообще у меня вот такая вот модель. Все так укутано в такое добротное полотенце. Здесь у нас логотип компании BBR выбит. Вот так вот все завернуто. Все очень интересно, никогда подобной упаковки не видел. Ну что, встречайте. Ferrari 812 Superfast в цветовом решении Rosso Corsa. Это если я не ошибаюсь. Скорее всего, что не ошибаюсь. Потому что здесь я уже просматривал несколько вариантов. То есть есть Rosso Scuderia. Rosso Corsa. Вот это больше подходит на Rosso Corsa. Вот такая вот красивая у нас модель. Очень на очень интересном подиуме. Подиум сделан из кожи с элементами карбона. Сейчас я попробую его одеть. Очень все так не получилось снять. Я даже не знаю, как это делается, но мне, собственно, это и не нужно. Вот. Сразу говорю, это самая дорогая модель из всех, что я когда-либо покупал. Это действительно очень дорого. За эти деньги можно купить целую коллекцию моделей. Это я не преувеличиваю, абсолютно точно. Цены на такую модель на eBay максимум, что я видел, доходят до 1600 фунтов. Это очень много. Я неплохую машину могу, а то и несколько купить здесь в Англии. Так что вот такая вот моделька. Она из смолы, ничего не открывается, никакого функционала. Естественно, что ничего не поворачивается. Вот только мы можем таким образом ее лицезреть, смотреть. Ну вот, наслаждаться. Это официальный продукт компании Ferrari. Все логотипы, все являются торговой маркой компании Ferrari. Здесь у нас Limited Edition, одна из 570. Я вам не покажу, какая. Это секрет, пусть он останется. Вот, так что такая вот модель мне досталась. И досталась, в принципе, если учитывать, что цены уходят примерно за 1000 фунтов. Ну вот, мне, скажем так, досталась она немножко больше половины стоимости. Вот. Тех цен, что на eBay. В общем, я считаю, что это неплохо. Модель новая. Модель была куплена у знакомого, вот, которому по стечению обстоятельств у него их оказалось две штуки. И вот себе он купил одну, а вторую ему подарил брат. Очень забавная история. На самом деле, действительно, так произошло. И у него, скорее всего, был юбилей какой-то. И вот он себе сделал подарок. Брат не знал об этом и купил ему еще одну такую, зная, что ему очень нравится эта модель. Ну, совпадение. Вот поэтому он одну решил продать. И спокойно едет на Кубу отдыхать. Вот, уже имея неплохую сумму на месячную аренду какого-нибудь дома на Кубе. Это ж точно, это чистая правда. Это я не придумываю. Вот человек так мне и сказал, что он за эти деньги возьмет и снимет, арендует дом. Вот такая вот история, вот такая вот машинка, моделька. Что я хочу еще вам показать. Ну, в принципе, здесь
все очень, она очень тяжелая. Я ее так держу, слегка напрягаясь в руках, во-первых, потому что знаю, сколько стоит, не дай бог, что произойдет. Вот, а во-вторых, ну действительно, как бы тяжелая модель, все смола. А вы знаете, что действительно удивило? Удивило то, что я ожидал от компании BBR, что у них будут, ну, такие более не менее серьезные, имитация серьезных стекол. Здесь же у нас примерно все как у Отто, такой же пластик, даже не такой, как у GT Spirit. Он немножко, мне кажется, у них потолще. Вот здесь он такой попроще. Почему эта модель такая дорогая и почему она, в общем, немножко дороже, чем другие цвета аналогичные модели, тоже от компании BBR? Ну, просто здесь есть момент, который указан у нас на коробке. Вот здесь на шильдике написано 812 Superfast, 80 салон, 89, 87 салон Женевы, 2017 год, и это посвященная 70-летию машинка именно в этом цвете. Ну и лимит 570 штук на весь мир, в общем, в этом колоре. Так что вот поэтому, наверное, она и такая дорогая. Плюс официальный продукт компании Ferrari. Так что вот. Очень неплохое исполнение действительно вот салона. Я посмотрел здесь. Все так очень детальненько, хорошо. Везде карбончик светится. Руль такой из карбона. Ну, как бы единственное, что разочаровало, это вот эти вот стекла. Но опять же, это все настолько, ну, как бы. В общем, смотрится-то оно неплохо. И если руками не лапать и не трогать, не залазить в нее, то вы никогда как бы и не поймете разницы, что тут, в общем-то, такая пленка. Так что, по большому счету, в общем, все равно. Ну, в принципе, что еще сказать по данной модели? Все красиво, все очень классно и изящно смотрится. Такая вот дорогая получилась игрушка. Себе оставлять не собираюсь, не хочу. Модель будет обязательно продана. Вот, и как бы я решил просто посмотреть, мне стало интересно, что это за фрукт, продукт, с чем его едят. Вот, ну, если честно, очень понравился сам цвет. Вот цвет, наверное, здесь дико выигрышный, потому что он как бы делает всю погоду. Будь она в каком-то другом, обычном ферраревском цвете, ну, она, наверное, бы смотрелась, но не так интересно для сравнения. Давайте попробую вам покажу. Вот есть у нас, да, этот цвет, который называется Росса Скудерия. Ну вот, да, 575. И вот он. В общем, ну есть большая разница. Все привыкли Феррари, да, у нас вот такого цвета. Ну нет. Суперфаст 70-летию сделали именно вот для автосалона, именно в этом цвете. Так что все классно, здорово. С подставки не снимаю, показать днище не смогу вам. Вот я думаю, что там ничего нету, потому что я вот так проглядываю, смотрю, оно все закрыто. Вот, ну, в принципе, наверное, и не стоит. Что, друзья, на этом, в принципе, все, что хотел вам показать, рассказать, показал, посмотрели. Вот, двигаемся дальше, обязательно к новым обзорам, новым моделям. Вот на такой вот, естественно, останавливаться не будем, потому что надо ее успешно продать, и дальше можно будет еще очень много других моделей покупать за эти деньги. Потому что это действительно очень дорого для 18 масштаба, для такой модели. Но ценители есть обязательно. Обязательно она будет у кого-то украшением, станет очень хорошим украшением его коллекции. Вот, поэтому в этом вся, в общем-то, суть, привлекательность. И, ну, как я общался с людьми, люди сказали, знакомый у меня есть один, который тоже вот собирает Феррари. Он говорит, ну что, через несколько лет можно ждать от Бурага подобное, потому что уйдут они, эти модели распродадутся полностью все, и обязательно сделают дешевую копию компания Бурага. Ну,
дальше можно будет уже наслаждаться версией обязательно с функционалом. И... Но это не точно, как бы есть просто такие мысли, что это появится в компании Бурага. Ну, подождем, если что, увидим дальше, будет интересно. Спасибо, что смотрели, подписывайтесь, ставьте лайки. Вам всем желаю удачи, будьте здоровы, до новых обзоров, всем пока.